Всем привет! Это Илья Маликов с Hardenduro.ru и Аркадий Усачев из Dirt Riders Camp. Ребят, прекрасно проводим время. Свежий воздух, природа, физические нагрузки. Приезжайте в Крым, отдохнете. Приезжайте в Крым отдыхать. Прояви свой агрессивный стиль езды. Лишний раз будет правильно повторить. Инструменты надо с собой возить. Пойду спасать Аркадия. Ты потом хочешь вытащить тебя перед, развернуться там? Переставь зад. И скати задом туда. О, давай. Тебе надо книжку прочитать, знаешь, как называется? «Монах, который продал Феррари». В меня. Нормально, поехали. Да, смешно. Так. Вот они, деловые люди. Бандура в самой глуши. Подключает телефон к часам и обсуждает арбитражные дела. Пошел ливень, и у меня не осталось сухих пальцев, чтобы протереть камеру. Это видео мы записываем до того, как я прочитал ваш комментарий о предыдущем видео, и поэтому совсем интерактивным его не получится сделать. Пишите в комментариях, что изменить, что добавить, что будем меня слушать в сторону. Подписывайтесь на наш канал. Здесь не только говорят, но и катают эндуро.